Світоліна добила волевую победу над Гавриловой в Майами. Украинская теннисистка обыграла представительницу Австралии в трех сетах. Первая ракетка Украины Елена Світоліна вышла в четвертый круг престижного турнира в Т-категории Мэндетори, который проходит в Майами, США. В матче третьего раунда четвертая ракетка мира в трехсетовом матче обыграла австралийку Дарью Гаврилову. Несмотря на поражение в первом сете, украинка собралась и буквально камня на камне не оставила от соперницы во втором. В решающем, третьем, сете наша теннисистка сразу же повела 3-0. По ходу сета Гаврилова пыталась отыграться и несколько раз зарабатывала брейк-поинты, но все же украинка выстояла, сделала еще один брейк и довела матч до победы. Елена Світоліна, Украина, 4, Дарья Гаврилова 4-6, 6-0, 6-1. Следующей соперницей Елены будет еще одна представительница Австралии 20-летняя Эшли Барти. Напомним, во втором круге соревнований украинка обыграла победительницу Индиан Уэллс Наоми Осаку. Со всеми результатами соревнований в Майами вы можете ознакомиться здесь. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgro.com.